приветствую вас. Я Мира из Высшего Совета Плеядианцев, а также Совета Земли. Сегодня я с вами, чтобы пролить свет на текущую ситуацию. На Земле и в вашей планетарной системе происходит многое. Мы видим, что человечество находится в большом стрессе, и наземная команда тоже. Происходит быстрый приток света и энергии от творения, способствующий огромным изменениям на планете. Это изменение необходимо для вознесения. Некоторые могут чувствовать себя потерянными. Но, пожалуйста, поймите, что мы с вами. Впереди вас ждет восхитительное, позитивное будущее. Некоторые ощущают строящие энергии свободы и сознания высшего измерения, пятого измерения. Для этого может потребоваться сдвинуть и отпустить энергии низшего сознания. По мере продолжения процесса предстоит еще многое определить. Он создается в процессе, когда возникают вакуумы, их нужно заполнить другими энергиями. И это то, что происходит сейчас. Другие энергии выше, такие как любовь, а не страх, радость, счастье, мир, изобилие и благополучие. Это ваше будущее, и уместно заявлять о нем каждый день, как часть своего распорядка. Неизвестное может заставить людей чувствовать себя нестабильно и неуверенно. Вот почему мы рекомендуем вам заикариться в большей части вашего «Я есть», вашего Божественного «Я». Глубоко соединитесь с Создателем. Найдите то место в своем сердце, которое нуждается в любви и утешении. Заполните вакуум. Мощные порталы, такие как Львиные врата 888, будут способствовать восходящему сознанию. Человечество ищет утешение во внутреннем духе. Попытки держаться за старое вам больше не помогут. Это великое пробуждение. То, что служило вам в материальном мире, станет менее значимым. У вас есть удивительное будущее, когда вы с нетерпением ждете, когда вы сможете проявить все, что вам нужно. Это будет намного лучше, чем все, что у вас было, к чему вы были привязаны ранее. Я желаю вам мира там, где есть печаль, исцеления, любви, где есть страх, понимания и сострадания к себе и другим, силы, храбрости, осознанности, смеха и беззаботности. Напрягите свои мысли, чтобы знать, что вы справитесь с этим, и все это того стоит. Посылаю вам любовь и правду. Мира.